Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников. Филипп де Шампань, кающийся Мария Магдалина, 1648 год, холст масла, 115/89. Кающийся Мария Магдалина – один из распространенных и популярных в европейском искусстве образов. На данном полотне художник расположил узнаваемые атрибуты героини – распятие, череп, книгу и емкость для благовоний, призванную олицетворять сосуд, в котором собираются ее слезы. Картина Филиппа де Шампаня поражает своим особым, не сразу уловимым настроением. Мария Магдалина запечатлена почти что в выступлении, практически обессиленной и обескровленной от постоянной молитвы раскаяния. Такая трактовка родилась не случайно. Этот французский художник эпохи барокко был под большим влиянием янсенистов. Это секта, которая отличалась фанатичностью и требовавшей от своих прихожан большой духовной самоотдачи. Ее деятели считали, что природа человека испорчена вследствие первородного греха, и ему не помогут никакие хорошие поступки, а только истовая молитва о божественной благодати. Именно на этой грани между надеждой на спасение и ощущением полной безнадежности самостоятельных начинаний мастер пишет образ Марии Магдалины. Вот такое описание нашел в картине «Кающаяся Мария Магдалина», написано в 1648 году Филиппа де Шампань. Пока-пока, до свидания. Я пользовался данными из интернета и издания «Великие музеи мира».